О, если бы знали, как дорог у Черного моря явившийся мне цветущий как акациях город, цветущий как акциях город у Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тону. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривать. Он так говорит. Почему же тогда в утилитарном государстве? Правильно, утилитарное государство. Правильно? Великобритания, утилитарное государство. Германия – утилитарное государство. У них есть один единственный. В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские – это какой, чей отвечает? Они ж передали в 1922 році в Воронежскую область. А в 22-м году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не была еще? Ну, еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или как его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра. Совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Леню пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Это ж русский был. Мы сделали украинским ударом на чиновник. Ударец! Да. Украина, которая создана крупно-экономическую. Look.